Дети танцуют под знаменитые мелодии, взрослые напевают знакомые мотивы, а экскурсоводы исполняют свои любимые песни. Настоящий праздник для любителей хорошей музыки. Нам очень здесь нравится, душевно. Девушки поют красиво, мои дети счастливо танцуют, бегают. Нам очень нравится. Организаторы не скрывают, мероприятия они проводят просто так, потому что душа хочет петь. Они решили вытеснить вдохновение за рамки музея и теперь собирают всех желающих, чтобы вместе насладиться любимыми мелодиями, провести несколько конкурсов и создать запоминающийся вечер. На фоне любви к музыке у нас сложился такой творческий союз, и вдохновение просит нас петь. Ну, мы решили это вынести за стены музея, буквально на крыльцо музея, и приглашаем всех желающих присоединиться, петь вместе, получать хорошее настроение, заряжаться позитивом. Такой заряд позитивом происходит не первый раз. Это уже третий музейник, и еще несколько пройдет в августе. Что у любви у нашей семьи?